Здравствуйте. Меня зовут Елена Пьянкова. Я из лаборатории спутниковых исследований ближнего космоса. Мы несколько лет занимаемся подготовкой, участвуем в подготовке ионосферного космического проекта «Ионосат Микро» на борту «Микросат». Вот надеемся, что близится его запуск. И одним из важных направлений подготовки проекта «Ионосат Микро» мы считали создание, и считаем, создание современной информационной системы центра сбора, обработки и распространения научной информации. Мы считаем, что научному сообществу должно быть удобно и доступно данные через интернет. И сегодня мы впервые продемонстрируем нашу рабочую версию нашей информационной системы. Мы ее назвали PROMIS. Это аббревиатура от Processed Measurements of Ionosphere Satellites. Вы сейчас видите веб-интерфейс системы PROMIS. Но как за любым веб-информационной системой, веб-интерфейсом, стоит большая серверная составляющая. Я сейчас уделю пару минут рассказать, что там у нас происходит. Сейчас вы видите полную схему всех модулей и механизмов, которые работают в информационной системе PROMIS. Ну, это тяжело обозреть, поэтому я сейчас разделила на пару более легких схем. Я хочу процитировать сейчас Попова Михаила Алексеевича. Его слова позавчера. Спутники что-то меряют на небесах, но нам еще их это надо получить, эти данные. Поэтому, когда спутники сбрасывают информацию на Землю, информация кодируется разными помехоустойчивыми алгоритмами. И первая задача, которая стоит на системе PROMIS, это когда мы скачиваем данные с FTP-сервера, мы надеемся, что мы будем скачивать с FTP-сервера центра приема информации, мы получаем файлы, ну, как я бы назвала, это битовый поток. Оттуда еще нужно извлечь файлы данных, которые были записаны на борту. И вот первая задача системы PROMIS – это снять помехоустойчивого алгоритма и получить файлы данных. Приборы на спутнике меряют по-разному. Например, магнитометр, измеряя магнитное поле, выдает отчеты значения магнитного поля. Один отчет на одну единицу времени. Чаще всего спутник выдает вольта, ну, каких-то условных единиц. Нам нужно получить нанотест. В этом случае процедура преобразования простая. Да? Нам нужно умножить на коэффициент преобразования. Другой прибор в единицу времени выдает спектр, то есть 1000 точек в единицу времени. Третьи приборы могут выдавать целую картину. Например, зонд Литмюра выдает картину вольтамперной характеристики, путем анализа которой мы можем получить концентрацию и температуру электрона. Что я этим хочу сказать? Ну, во-первых, каждый прибор имеет свою логическую структуру, и поэтому файлы, бинарные файлы данных, которые он записывает, они имеют свою структуру. И второе, каждый индивидуальный прибор имеет свою процедуру тарировки данных. Мы называем данные, которые получены на выходе из прибора, это данные первого уровня. Они важны как первооснова, их нужно в первую очередь сохранять. И данные второго уровня – это тарированные данные. В политике распространения ИОНОСАТ-МИКРО, проекта ИОНОСАТ-МИКРО,
данные первого уровня должны быть доступны только разработчикам приборов, а данные второго уровня, то есть тарированные данные физической величины, будут доступны спустя полгода после изменений. Всем? Да, всему научному сообществу через нашу веб-систему. То есть, из-за того, что каждый прибор записывает данные в свой формат, бинарный формат данных, система ProEMS, мы построили архитектуру таким образом, что под каждый формат данных, под индивидуальный прибор, реализуется свой отдельный модуль, который записывает данные первого уровня в базу данных информационной системы. Таким же образом реализована процедура тарировки. Под каждую процедуру тарировки реализуется свой модуль. Эта процедура может быть, модуль может быть разной сложности, вплоть до обслуживания обменом информации с разработчиком приборов. И если тарировка без участия разработчика приборов невозможна. Я еще не сказала, что есть файлы телеметрии, и из файлов телеметрии центр ProEMS достает необходимую информацию о параметрах. Такая архитектура обеспечивает то, что информационная система ProEMS может обслуживать не только проект Inosat Micro. Она может обслуживать и другие проекты. Мы просто добавляем свои модули для выделения данных первого уровня и свои процедуры тарировки. Ну и вот в принципе сейчас информационная система ProEMS тестируется и апробируется на данных проекта «Потенциал» и проекта «Потенциал» на спутнике СИЧ-2, да, и проекта «Вариант» на спутнике СИЧ-1М. Но также наша система из-за такой архитектуры сможет обслуживать и будущие проекты. Например, Кластерион или еще какой-то. То есть добавляется под проект, пишутся свои модули и свои процедуры тарировки. Данные заносятся, мы предполагаем, что данных будет очень много, терабайта, намеренные в проекте на Садвика. Поэтому на каждый сеанс измерения все данные записываются такие документы. Это заносится в базу данных, но в как бы такие отдельные документы. Мы выбрали формат JSON, этот формат удобный для того, чтобы записывать данные разной логической структуры. А также составляется база метаданных. Это база, по которой будет осуществляться, вернее, осуществляется выборка, поиск необходимых данных пользователя. Что это за данные? Ну, во-первых, это измеряемый параметр, это прибор и параметры сеансов измерения. То есть где и когда были измерены эти данные. То есть вот здесь, на этом этапе, осуществляется геопривязка данных. Если у нас есть телеметрия, если в телеметрии есть данные о местоположении, например, по спутнику будет GPS, то эти данные должны взяты быть из телеметрии. Если нет, то это расчетная трасса спутника. Рассчитывается расчетная трасса спутника. Дальше эти данные, с помощью этих фильтров, пользователь может получить, сделать выборку тех данных, которые он хочет. Я, конечно, сейчас покажу, как это сделано через веб-интерфейс. Но веб-интерфейс общается с серверной частью с помощью REST API, стандартного протокола, программного протокола. Я так скажу, для продвинутых пользователей могут не пользоваться веб-интерфейсом, а могут своим
своей программой доставать сразу данные из нашей базы данных с помощью программного интерфейса. Ну, конечно же, для всех обычных пользователей, для широкой общественности у нас есть веб-интерфейс, демонстрация которого я сейчас перейду. Вот мы видим веб-интерфейс информационной системы Chrome. Сверху мы видим ссылку на проект, на сайт проекта Inosat Micro. Здесь можно более детально почитать по проекту. Здесь пользователь может залогиниться, то есть я вылогинюсь, и зарегистрироваться. В нашей системе реализованы три уровня доступа. Первый – это разработчики приборов, которым доступен первый и второй уровень. Это зарегистрированные пользователи, которым доступен второй уровень спустя полгода. И мы выделяем еще один тип пользователей – это незарегистрированные пользователи. Им доступен весь интерфейс фильтра, выборки, но при этом они не могут скачать данные. Пока что это рабочая версия, тестовая, и ну, отключены ограничения, чтобы просто это можно было все посмотреть, пока здесь нету каких-то ценных данных, которые нужно скрыть. Все, мы сейчас я демонстрирую, да. Здесь пользователь вручную может выбрать пространственно-временное окно. Выбирая пространственно-временное окно, пользователь видит на карте, какую часть он отсекает. Также пользователь может выбрать на карте область, которая его интересует. Он может выбрать прямоугольную область, пользователь может выбрать круговую область. Так выглядит крупная вертарская проекция. Мы это сейчас можем убедиться в этом, посмотрев это в 3D. Также в 3D мы можем выбрать полигон произвольной формы. Я почти захватила. Для удобства реализованы, реализованы сетки. Географическая сетка, мы добавим магнитную сетку магнитных координат, но сейчас мы реализовали визуализацию магнитного поля Земли. Это наклонение магнитного поля Земли. Вот мы видим, выделяется магнитный экватор и выделяется... Видно, что полюса сдвинуты. И значение магнитного поля здесь выделяется магнитная аномалия. Это для удобства. Так, сейчас выберем последнее, что я продемонстрирую. Мы выберем какую-то область и сделаем поиск. Здесь сводка результатов. Будет сейчас сводка результатов, чего найдено. Я выбрать мою полосу, чтобы не много данных. Посмотрим. Это что-то случилось? Здесь результаты данных, и на карте визуализируются области, в которых были, в которых найдены, измерены эти величины. И мы видим, это можно посмотреть. Вот критерии я хотела показать. Ладно, последнее покажу. Есть таблица результатов, пользователь может данные скачать, получить и посмотреть Pigoog, то есть быстрый обзор данных. Pigoog — это разряженные данные. Мы думаем, как
какие типы пиплоков на разные типы данных нужно отображать, то есть это еще задача в разработке. Вот. Ну, мы сейчас можем посмотреть, то есть пользователь может посмотреть на данные и посмотреть, что он там нашел, вообще есть ли там то, что интересует его. Что, нет, уже, наверное, хватит. Хорошо, хорошо. А, тогда я последнее, что скажу, это что вы можете уже систему попробовать. Дважды. Да? Хорошо. Уже вы два раза сказали, если... Я покажу тогда завершающий слайд. Спасибо. Спасибо за. Прошу вопросы к докладчику. Один вопрос. Вы сказали, что вы будете снимать памятоустойчивое кодирование непосредственно у себя. Какой вид памятоустойчивого кодирования будет использоваться? Памятоустойчивое кодирование, эти алгоритмы. Так как они собираются в SSNI, этот блок программы занимается Львовский центр для того, чтобы встроить это в нашу систему. Вот. Поэтому я просто боюсь, что я как не специалист могу что-то сказать не так. Я понял, просто здесь какой вот момент интересный. Если согласно стандарту CCDS, и ну, в основном используется сверточное кодирование можно декодировать, памятоустойчивое кодирование двумя методами. Есть жесткое решение и мягкое решение. Если использовать мягкое решение, тогда памятоустойчивость кода выше. Просто если у вас битовый поток... Только что она перед этим сказала, что это лучше никому не заниматься. Поэтому что? Поезжался. На одному слайді було геопривязка, такий модуль. Ось чому геопривязка, якщо його назад мікро призначений для вимірювання характеристик магнітних процесів і в атмосфері, то там важлива орбітальна прив'язка за ефемеридами орбіт космічного апарата. От. Так. І якщо так, то які точності повинні бути цієї орбітальної прив'язки? І чи робите це ви, чи це робить хтось інший? От. Цю прив'язку орбітальну. Будь ласка. Прив'язку ми беремо із трас. Це розчетна траса містоположення спутника. Орієнтація теж. Задача, ми її рішаємо. Так, субсидію. Хорошо, спасибо. Ви сказали, що система може наращуватися під другими задачами. Це наращування програмне чи апаратне? Это наращивание, я как раз про программное. Но понятное дело, что аппаратное мы можем нарастить, если нужно больше мощности, больше объема памяти. Но если не нужно, программного наращивания достаточно. Для того, чтобы внедрить новый проект, да, это программное наращивание. Да. Спасибо. Хорошо, еще. Все, спасибо.